Перевозка детей в автомобиле требует от водителя еще больше внимательности и ответственности, чем обычно, а также наличие в автомобиле специального удерживающего устройства. Детское кресло – так называется профилактическое мероприятие, которое регулярно проводят сотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Щелковское». Главная его цель – привлечь внимание родителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Данное мероприятие плановое, оно обусловлено, значит, состоянием детского дорожно-транспортного травматизма, а именно у нас с начала года уже имеется 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети. Сотрудники ГИБДД раздали водителям памятки с правилами перевозки детей разных возрастов. В них подробно об использовании детских удерживающих устройств или систем, которые обязательно должны соответствовать росту и весу ребенка. Своевременное информирование и пропаганда безопасности в автомобилях при перевозке, мы считаем, что это самое главное. Сам, как отец 3 детей, всегда пристегиваю, всегда в креслах и всех призываю к этому же. Будьте бдительны и соблюдайте правила дорожного движения. В ходе массовой проверки водителей было выявлено 2 нарушителей правил перевозки детей. С ними проведены разъяснительные беседы и составлены протоколы об административном правонарушении. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.